Окей, это должно быть хоррор-игрой о вождении машины, если я не ошибаюсь. В этой игре есть стелс-элементы, и вам нужно избегать того, чтобы вас заметили. Также в ней есть миссии, которые вам нужно будет открыть. Используйте логическое мышление и интуицию, прямо как в реальной жизни. Я еще не начал играть, и мы уже сталкиваемся с первыми трудностями. Так, здесь какая-то машина. Может, я могу выйти как-то? Помочь кому-нибудь? Нет? Не, все действие происходит только в машине. И все. Выходить я тоже отсюда не могу. Ну ладно, поехали дальше. Часть машины, часть корабля. Часть машины, часть корабля. Ой, я... Ой. Я в океан заехал случайно. Оу, а почему я не тону тогда? Оу. Ой. Кажись, я застрял. В принципе, так оно каждый раз и бывает, когда я каким-нибудь такси пользуюсь. Я постоянно где-то застреваю, или у него колесо отваливается, или машина взрывается. Или меня таксист пытается убить. Ох, как же прекрасен родной Челябинск в ночи. Только давай не... Только не опять в океан, не опять в океан. Твою мать, нет, я выруливаю, нет! Я чувствую себя во время этой игры Спанч Бобом, когда он сдавал на экзамен по вождению миссис Пафф. Окей, Лёх, это несложно. Просто не едь в воду. Просто не залетай в какое-нибудь болото и не едь в воду, окей? И все с нами будет на... Вы серьезно? Откуда здесь вода взялась, твою мать? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я вижу огонек. Я его сломал. Чё за хуйняще? Чё от меня требуется? Чё я должен делать в этой игре? Я просто катаюсь по каким-то... По какому-то Подмосковью. Я не знаю. Хотя бы на дорогу нормально выехали. Осталось только радио шансон... О, это дамба? Осталось только радио шансон подрубить и... Хм. А куда делась дорога? Я подаю световой сигнал Бэтмену. Может, хотя бы он мне поможет. Потому что я, видимо, здесь застрял. Я даже не знаю, где я. Судя по всему, я даже не на дороге, потому что я под каким-то странным углом над землей нахожусь. Но что-то точно пошло не так. На этот раз я не буду ни во что врезаться, я буду просто ехать и все. И просто ехать по дороге, желательно, если я ее найду. Так... Там есть какие-то машины. Там что-то происходит. Но вряд ли я могу туда заехать. Хотя можно попробовать. Нет, окей. Забор я не могу ломать в этой игре. Значит, мы поедем дальше. И... Что это было? Воу. Воу. За нами кто-то... Воу. За нами кто-то едет. Главное, чтобы он не использовал мою главную слабость — воду. И если он начнется бросаться океаном в меня или капитошками, то мы покойники. Этот гад все еще едет за мной. Я не знаю, что он от меня хочет. И он, кажется, все ближе и ближе становится. Ой, тихо. Окей. Может, это полицейские? Может, они просто пытаются узнать, типа, что это за идиот на дорогах катается и врезается во все подряд. Твою мать. Тихо. О, нет. Окей. И мы опять в океан какой-то въехали. Твою мать. Окей. Но он поумнее. Он решил за нами прям сюда не ехать. Вроде как. Мы от него отстали. Правда, вот я сам теперь не знаю, где мы. Куда я еду вообще? Как мне отсюда выбраться? Чё это за Бермудский треугольник-то такой? У меня есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая, как вы можете видеть, я выбрался. Плохая... Я снова застрял. Интересно, а что будет, если я их попробую, например, сбить? Внимание, это одна из тех мыслей, которая не должна к вам никогда в голову приходить во время вождения, окей? Кажется, что-то пошло не по плану. Теперь это не они за мной гоняются, теперь это я за ними гоняюсь. Я особо не понял, как это произошло и что мне теперь делать, ну ладно. Не, ну если мы здесь надолго собрались, то я думаю, мы можем дать себе какие-нибудь имена, чтобы я вас как-нибудь различал, а то что у вас... Лысина-то сзади у всех одинаково выглядит. О, как я раньше-то до этого не догадался. Вода ж в этой игре — это самый опасный противник. Чё ты меня слепишь своими дальними? Вырубай дальние, говнюк. Алё, дебилы. Где они вообще? А, вон. Ой.
А, о. Пацаны побежали, побежали, побежали. Так, пацаны бегут, 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 бегут. Сегодня у нас пляжная вечеринка. Эй, вы где? Владельцы-то? Эй! Эй, о-о-о, окей, один со мной пошел. Ёб твою мать, какие они криповые-то в темноте. Ей, купаться! Пошли купаться! О-о-о, купаться пошли! Ура! О, он пропал! Я его убил! У нас тут экшон делается, ща, погодите. Съемки нового форсажа намечаются. Так, так, я выехал, поехали. Давай-давай. Давай-давай-давай-давай. Бля, изначально казалось, что они надо мной издеваются, короче, пытаются там меня поймать, что-то со мной сделать, убить. А теперь я выгляжу как полнейший забияка, который просто пытается ребят, не умеющих плавать, выкинуть в океан. Ну и хуй с ним. По делам. По делам, ребята. А, все, давай. Нет? Еще не все? Окей, еще разок толкнем. Мне не жалко. Давай, блядь, давай, в воду лезь. А, так он уже в воде. И я тоже в воде. О, нет. О, нет. Ой-ой. Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не. Только не говорите, что я тоже застрял. Стоп, так у меня еще и ног нету. Что я такое? Нет. Нет, нет, нет. Неужели так моя жизнь закончится? Будь ты проклята, вода! Будь ты проклята!